Всем привет! Вы на канале Мистер Дим. Дима, мы поехали подстригать тебя в парикмахерскую. Сделаем тебе прическу классную. Пошли? Так, вот семейная парикмахерская какая-то классная. Называется «Сказка». Все, заходим. Здравствуйте. Здрасте. Да, можно его покороче? Максимально. Сзади тоже, да, вот эти все убирать? Или оставить? Вот, давайте пока, наверное, уберем, потому что жарко. Коротко, да, тут? Да, отрасти потом еще хвост. О, крутой автомобиль, да, Димас? Шапочка у Димаса осталась. Что тебе нужно? С ума сошел. Дима даже специально в вашу парикмахерскую пошел, в другие не захотел. Вот еще автомобиль какой-то. Специально детская парикмахерская. А? Так оставить? Да нет, надо убрать все равно. Конечно, длинное. Лето, жара, надо покороче. Вот заодно и мультики посмотрим. Ну что, тебе нравится, Дим? Круто. Да? Скажи тете спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Стриженные будем ходить. Модные, стриженные. О, Дим, смотри, скажи спасибо. А спасибо. Чупа-чупс подарили нам. Понравился автомобиль, да, Дим? Ну, садись, поехали. Работает, нет? Он выключен просто. Все, он сел просто автомобиль. Все, выходим. До свидания. Все, пошли. На улице как хорошо, там так душно. О, на улице тепло. Так. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Модельная стрижка у тебя, да?